Частичные ограничения на проезд будет и в другой части города. Сегодня ночью на Старом мосту через Вятку, который связывает Заречную часть и центр Кирова, начался ремонт. В первую очередь подрядчик демонтирует изогнутые ограждения. Дальше по плану фрезерование проезжей части. Ну а с 27 на 28 мая рабочие будут делать новое дорожное покрытие. В дирекции благоустройства уточнили, что работы будут выполняться только с 19 часов до 7 утра следующего дня. На это время одна из полос дороги будет закрыта для движения транспорта. После завершения ремонтных работ на проезжую часть Старого моста будет нанесена разметка. По жалобам, и в том числе при осмотрах, было выявлено, что у нас ямочность есть, есть колейность на мосту, на старом. И, соответственно, в результате ямочных ремонтов ямы заделываются, но держатся недолго, вылетают, и у нас образуются новые. Соответственно, было принято решение, запланированы работы именно по замене вот этого верхнего слоя, который у нас на мосту.